На торговых полках изобилие. Продуктовый ассортимент в магазинах курорта достаточно обширный. В основе мониторинга насыщение потребительского рынка товарами кубанских и российских производителей. В группу социально значимых товаров входят молоко, кефир, сметана, творог, масло растительное, яйца и хлеб. Они должны быть доступны каждой семье. Именно на эти товары обращает внимание комиссия. Наценка не более 10% от закупочной стоимости. Стараемся, любим наших покупателей и стараемся выдерживать полный ассортимент социально значимых продуктов. Вот как вы видите, все у нас есть чистенько. Девочки стараются, предлагают. Многие вот пенсионеры в возрасте, соседи наши приходят, не знают, что им взять. Мы предлагаем все именно социально значимые товары, начиная от масла, сахар, крупы, хлеб. Кубанским товарам зеленый свет и цвет. Добросовестные продавцы и ценниками особыми их выделят и предложат покупателям. Цена значительно ниже. В некоторых магазинах даже кубанского производства замороженные куры в группе социально значимых. Магазин «Цыпа» по улице Ленина работает образцово. Комиссия отмечает наличие уголка потребителя, удобную выкладку, соблюдение всех требований, чистоту и вежливость персонала. К сожалению, есть и негативные примеры. Группа социально значимых товаров в магазине «Купец» по улице Стаханова в надлежащем виде. Ценовая политика выдержана, зато других нарушений хоть отбавляй. У вас же есть подсобное помещение, правильно? Да, где конечно можно расфасовать и вырезать товар. На холодильниках это не будет. Не соблюдается температурный режим хранения скоропортящихся продуктов. А ливерная колбаса с плесенью далеко не благородной. Не соблюдаются нормы товарного соседства. С такими предпринимателями проводят разъяснительные беседы. Потребители в Анапе должны получать только качественные продукты по адекватным ценам.